Там, где раньше был пустырь, теперь просторная спортивная площадка. Сегодня на улице холодно, поэтому она пуста. А обычно здесь играют в футбол и волейбол. Дети с нетерпением ждут, когда установят баскетбольные кольца. Площадку открыли 1 сентября, и с тех пор это место стало одним из самых любимых у воспитанников детсада и начальной школы. Мы обратились к депутату Глазырину Геннадию Михайловичу с просьбой о помощи. И эта помощь нам пришла, и в этом году на месте пустыря у нас появилась спортивная площадка для детей детского сада и начальной школы. Первые уроки физкультуры, 1 сентября, для детей это был праздник. То есть с криками восторга дети забегали на эту площадку и занимались вместе с учителем. С депутатами 12 округа городского собрания Сочи детский сад номер 80 связывает давняя дружба. Здесь народные избранники сделали немало добрых дел. Самое из затратных – это долгожданный ремонт крыши. Полностью заменены панорамные окна в коридорах, уложен кафель. Мой участок, так сказать, выборный, здесь избиратели, которые голосовали за меня. И потому уже десятилетия я поддерживаю вот этот начальную школу, детский сад. Само здание, оно, конечно, постоянно требует ремонта, оно, в общем-то, давно капитально не ремонтировалось, но текущий ремонт многолетний мы поддерживаем и участвовали в замене полов, окон. На этом сотрудничество с детским садом не заканчивается. Директор с депутатом городского собрания Сочи уже намечают новые планы. Ближайший к реализации – ремонт прачечной.